Здравствуй, зрители, а не поесть ли мне? В общем, я мыл посуду, занималась бытовухой, меня укусил беспорядка и еще попутно минут 40, вообще часа полтора. Меня мучило желание, хочу вот спаржи нафиг у кореянки, но до нее же надо ехать. И соображала, о чем мне еще, возможно, надо на часовом. В итоге, ну, помимо аптеки, аптека и здесь, в принципе, есть. Но я там по пути на обратке зашла в аптеку за перекисью водорода. В общем, поехала я тупо за спаржей, она по 40 рублей 100 грамм, думаю, куплю грамм 300 или типа того. Ну, оставила там 1539 рублей. Меня еще угостили вот этой вот фигней. Это какой-то салат с капустой и свеклой. Вот этой вот фигней. Это какой-то гриб, который, как мне сказали, берут на большие мероприятия. Это я себе купила, это салатик. Значит, тут у нас морковка, капуста и как ее там, морская капуста. Это я себе купил пунчозы с чем-то таким, и мы с ней договорились, что она мне ничего острого не кладет, и все, но такое типа не острое. Оказалось, что супер острое исключительно в том мясе, которое я купила, и рыбу, что у меня даже кот есть не стал. Ну, в смысле, он что-то чуть-чуть поел. Тут у меня 70 рублей оставлено было на конфетки какие-то азиатские, там фруктик в желе, как мне сказали, 7 разных видов, 70 рублей оставила. Потом, ну, соответственно, пунчоза. Вот это я тоже себе купила, это какой-то салатик, там еще огурчик, мне надо было еще соевый соус, тут соевый соус сладенький, как она мне сказала, есть с добавками, есть чистенький. Ну тут эти еще палочки, хотя я свои взяла, и заодно салфетки на случай вытирачки. Здесь у меня матча, ну это я ее тоже сама заваривала, еще мне надо было соевый соус, и вот соевый соус без никто. Тут, по-моему, пол-литра или типа того, 250 рублей он стоит. Немножко другая бутылочка, там он стоит, короче, этот, 300 рублей. Ну, в чем разница, я не очень поняла. Ну, вот этот, короче, чистый, как она мне сказала. Обычный соевый соленый соус, без всяких добавок. Адзиномото. По-моему, тут чистый Китай. Потому что я ни одной более-менее каны вообще не наблюдаю. Ну, или, может, наблюдаю, но, в общем, отфоткаю вблизи за видосью и попрошу своего япониста знакомого, что это может быть. Оно сделано, сейчас скажу, когда, 19 октября прошлого года и 24 месяца живет. Но я вот здесь вот, сюда, наверное, пока поставлю вниз. Ну, и еще у меня тут всякие разные роллы, 11 видов. Роллы одни 270 набор, потом 170 набор, а потом еще 200 набор. Короче, вот тут у меня на этом подносике, вот здесь оно будет на тубареточке стоять. И сейчас я с вами похаваю. Так. Я просто подумала, что я есть хочу, вроде как собиралась все равно поесть. И думаю, все равно, раз я есть хочу, то почему бы это не заснять. Потом я буду заниматься этим самым благим делом, альтруистическим, то бишь сканлейтом и переводом. Ну, в смысле, тайпом и переводом. Сначала одним, потом другим. Потому что все равно надо мозги как-то разгружать. И вот я тут сейчас похаваю. Решила я вот тут раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть сортов. Ну, в смысле, шесть разных видов. Она мне говорила, с чем, но я, конечно, уже забыла благополучно. В общем, как-то вот у меня так получилось. Надеюсь, Тиша тут не будет буйствовать. Вчера он как-то вел себя очень по-свински относительно хозяина. Хозяин к нему хорошо относится, кормит его, поит, вкусняшками угощает, а он хозяина полоснул два раза. Ну, вообще, оно было в пакетиках, но я... Она спросила меня, говорит, сколько вам этого соевого соуса? Я говорю, ну, давайте пакетик. Я же говорю, ваш нет, говорит, этот. Она, в общем, по кореянским меркам, я так понимаю, вот эти все роллы надо лопать со сладким соусом. Ну, если мне надоест со сладким соусом, я открою эту бутылочку. Ой. О, предвижу комменты, что я ем неправильно палками. А еще что у меня сейчас лапа дрожит.
В общем, делаю я вчера, размораживаю рыбу, делаю тесто на оладьи. А этот ангар вообще не стесняясь, так вот по всему, всем поверхностям, прыг-прыг. Видно, наверное, кусочек его. Ты же ешь, я таким угощала, ты жрать не стал. И кастрюля, где рыба лежит, размораживается. Ему вообще пофиг дым. Обычно ему хрыкнешь, если он по столу шарахается, он свалит. А тут, ну, пришлось снимать его. Кто забрался на пианино всем своим жирным весом? И он мне так это до кровищи полоснул меня. Причем второй раз, где, когда полоснула, не заметила. В принципе, ничего так. Со сладеньким-то соусиком. Ой-ой-ой, оно у меня уплыло. Ну, потом, если что, возьму ложку. Ой, не падай, салфет. В этот раз у меня никакой салфеточки нету на этом столике. Что-то я как-то не положила. А вообще там как-то слякотно. У меня даже одна ботиночка промокла. Ой, кажется, там что-то осталось, а я еще не выловила все. Ну ладно. Правда, ничего так. Весело. Почти супница. Короче, там должна быть в каком-то креветка, в каком-то угре, копченый лосось, потом этот самый крабовая паста, ну, имитация этого краба. Да, придется, наверное, потом за ложечкой сходить. Тут-то у меня нигде никаких ложечек вроде нема. Не, вообще есть деревянные ложечки из Карелии, но они такие, и нифиг что подцепишь. Так, большая какая. Мяконькая. Тише, не вздумай тут ничего хулиганить. Сидит там за камерой. Она, кажется, делает поострее, если просят. Спрашивала у меня про все, я говорю, не одна, мне поострее. И потом оказалось, что спаржу не она делает. Я-то думала, что она эти пенки снимает своего молока. А кажется, ей привозят, ну или она там где-то закупает, и уже просто ее мешает с чем-то. Сказала, что тупо просто свежая спаржа была. Вся партия, поэтому она мягенькая. Что у меня то получается эти палки брать правильно, то пекла.
Вот у подружки получается. А у меня как-то, ну, вроде и беру правильно. Ой. Не японец, я не японец. Точнее, не азиат. На пару дней еды я себе достал. Может быть, даже на 3 дня. Ну, вообще, как бы я сама бы в состоянии сейчас готовить это все. Ну, в смысле, не это все надо что-то закупать для этого всего. Ну, вот что-то меня так торкнуло. Хотела у нее взять этих самых морских животных, но морских животных не было. Видимо, тоже из замороженного продукта готовит, а потом распродается все. И ладно, я потом вас ложкой выловлю. Вообще балкон открыт. У меня же балкон открыт. Уже холодновато. Тогда самый повод сейчас нажать на паузу на телефоне, закрыть балкон и достать ложечку. И снова я тут. В общем, достала я себе ложечку. Ложечка называется «Моя ложка». Задарила мне ее зрительница одна с дружественного государства. Так как я политику уже года 4 не смотрю, все эти новости, ну, так иногда приходится, что-то где-то услышал, то до меня оно дружественное, что бы там кто ни думал. И не говорил. Как-то у меня была подруга на обеде. Говорит, ну, иначе ложку я надо возьму. О, я возьму вот эту ложку. Она моя, написано на ней, что моя ложка. Можно ее возьми? Ну, там, то ли кофе мы с ней пили, то ли чай. То ли еще что-то. Ну, короче, там, где нужна была ложка. Вообще, я хотела хикамановский соус купить, но он все-таки не совсем соленый, там это пшеничка. И за счет пшенички у него такой вкус, как слегка будто карамелизированный. Или, ну, по вкусу, как очень хорошее, темное, густое пиво. Дальше просто уже развалившиеся лисинки. Я подумала, что если он просто соленый, потому что давно я не видела просто соленого соуса, то почему бы и нет. Даже это как-то. Сейчас мы сюда немножечко накапаем. Еще хикамановский, он, конечно, крутой, мне нравится. Он такой как бы густенький. Так, там у нас телефон. Знаем мы уже эти загадочные жидкости. Лучше телефон пусть один лежать будет. Так, иди сюда. Ты такая свеженькая, мягонькая. Я тебя уже всю раздолбала. Именно тот самый обычный соленый соус. Вообще, на самом деле, я у нее давно хотела купить какой-нибудь соус, вот такой попробовать. Но как-то все время был соус, не приходилось. Блин. Да простят меня нервные люди, что, возможно, будут это смотреть. И увидят, что я опять роллину развалила.
Он даже очень соленый. Думаю, его можно чуть-чуть добавить сладкий. И будет мне счастье. Даже хочется запить. Я капучино с тем венчиком задолбала это все. Ой-ой-ой, мимо. Как-то так мимо. Так, телефон. Уйди сюда. Ты мне дорог, как память. Ох. Теперь можно сюда обратно поставить. У нас всякий прорабатываемый мусор. Какая длинная спаржина. Хватайся. Недавно узнала, что у меня есть один дядя, который меня на 4 года младше. Обычно я с таким только у знакомых сталкивалась. Ну, когда ваш там дядя или тетя вас слегка младше. Я сейчас подумала, паста Миста делается из сои. Соевый соус делается из сои. Интересно, если на основе соевого соуса делать соевый суп, в смысле этот мисо-суп. Вообще надо погуглить, погуглить в Яндекс, забить поиск по-русски и посмотреть, можно ли что-то такое сварить с соевым соусом в основе. Все, у меня там суп есть, как бы суп, который я впервые в жизни делала сама лично. Даже в черновики пока кукпеда зафигачила и в Инстаграм залила фотку. Из кабачка и морковки. Ну, там еще всякая трава была на свином бульоне. Интересно, может, это дело в том, что я левой рукой их держу? То я как не представляю, как я их правой возьму. Еще как-то более геморно. Мне нафиг даже пытаться не буду. Потом как-нибудь попытаюсь. Вообще не обращала внимания, в какой руке палочки держат японцы, азиаты, вообще все, кто их ими ест. Не те, которые типа русские, а те, которые живут там, где едят палочками из поколов веков, какой рукой они их держат?
Вот мимо. В смысле, туда же, ну, еще одна маленькая лужица будет теперь. Не держать мне сегодня тут этот самый ноутбук. Обычно я сюда кладу, ложу ноутбук. Последнее время, как мне задарил добрый юноша платочек японистый, я кладу этот фуросики на столь, а на фуросики уже ноутбук. Наверное, надо было пакетик. Что, у меня там есть пакетик? Что, эту требуху? Ай-яй. Не получится достать, надо будет вставать. Ну ладно. Так я могу вот сюда это все положить. Сюда. Вниз пока. Солено-сладкий вкус. Кайф это какой. Держишь это, да? Сильно ли я травмирую? Ой, палочка упала. Когда вилка падает или ложка, придет женщина. Когда ножик, то придет мужчина. Когда падает палочка, что придет, кто придет. Сильно ли я травмирую тех, кто очень травмируется, смотря мои ролики, когда я ем на камеру палочками, как я ем именно. Травмируется от того, как я палочками этими ем. Если я ролину возьму ложечкой. Вот ложечкой спаржу не возьмешь. Хотя, может, есть умельцы. Это к тому же длинная спаржа. А еще я думала зайти в фикс прайс, потом думаю, мне надо эти губки для мытья посуды, так мне их удобнее в магните купить. Почем там эти губки? Или ватные диски. А потом вспомнила, что там вечно какой-то гемор. Ну, в смысле, может быть, конечно, в нашем фиксе кондиционер заработал уже внезапно. Но обычно там его нет. Там так душно в любое время года, что первое желание после 5 минут бытия хочется склеить ласты. А потом тот момент, когда у тебя все есть. Вот у меня все есть. Мне ничего не надо, кроме этой спаржи. И то вроде как могла бы вполне спокойно без нее прожить. В общем, думаю, сейчас сначала я зайду туда, а потом к кореянке. В итоге прошла сначала к кореянке. Вышла с 2 пакетами, думаю, ну нахрен еще куда-то идти. Зашла в аптеку по пути, как раз тоже здание, никогда не замечала, что там аптека. Ой, вовремя окунула. Ладно, плавай, сейчас я тебя ложкой выловлю. Тише, я не буду уже вставать открывать, потому что холодно. Потом... Открой и пойдешь туда на балкон.
А вообще окно есть, если тебе мозга хватит, можешь запрыгнуть. Насколько я помню, мозга у тебя не хватает, куда запрыгнуть. Так, что-то как-то совсем никак. Надо обратно сюда выловить. Куды? Дай хозяину покушать спокойно. Тебе сегодня рыбки тоже уже перепадало. У меня остался этот паровой лосось, в смысле, как он там, звать-то его, минтай. Он вообще перемороженный, похоже, дело было. Вообще какой-то, ну, никакой. Как я поняла, что он перемороженный? Однажды у меня была куплена 3 года назад эта самая тилапия, она была перемороженная, я теперь знаю, как это выглядит. Ну и я решила эту перемороженную паровую рыбу зафигачить на сковородку в подсолнечное масло, пардон. Что-то я икнула, меня, наверное, кто-то вспомнил. И, возможно, недобрым словом. И, короче говоря, залила ее. Сначала что-то яйцо долбанула, потом думаю, блин, стало мешать, надо сначала рыбу. Короче, яйцо залила, рыбу зафигачила и сверху еще яйцо долбанула, перемешала, под крышкой поджарилась слегка, вкусно так. Его угостила, смотрю, есть стал. Потом он еще поел. Уже после того, как хозяин поел. То бишь, хозяин добрый. Осталось у меня 2 разных. Ты так пишешься, да? Пошлись. Так. На чем мне тебя есть? Ой-ой. Все. Развалилось все нафиг. Ну, цепляйся, блин. Да шо ж ты за нафиг-то такой? Ну и последнее, чтоб это не было ей так обидно, что все сожрали, а ее оставили, скушали, съели, заговорили. Ну, только ложку хотела подставить, она все равно упала.
А еще у меня где-то есть маленькая такая ложка мерная, как раз по размеру для заваривания мати. Но так как ее надо искать, потому что я не очень представляю, в каком месте она, но знаю, что где-то лежит. В смысле, или там, или тут, хз. Я что-то наобум думала, что немножко, но так как вот к низу-то подбираешься, уже чувствуешь, что немножко. Зафигачила обычной чайной ложечкой такой из бамбука, заварочки этой, на чашечку. После я, наверное, просто долбану какую-нибудь чайку. У меня там бабао заваренный, пакетик с этим самым, блин, как его там, с имбирем, прям чуется. Я думаю, этот бабао с имбирем разбавлять обычным черным чаем. Что-то, видать, соуса все-таки капнуло слегка на тарелочку, потому что тарелочка слегка в соусе. Вот так поставим. Так, там мусоринка. Так, это мы помоем. Все остальное я сейчас попробую, потом уже без камеры. Ибо я таки наелся. Еще бы подумал зритель схомячить. Сколько их тут было, да? Шиш. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 роллин схомячить. И, наверное, пол пакета спаржи. Лёля, да ты просто обжора. Так, иди сюда, управляющий телефон. Всем спасибо за компанию. Всем по возможности прислушиваться к организму. Ну, иногда, я думаю, можно вот так вот. Поехала за спарой, купила еще чего-то. Чего-то вообще всего такого. Всем пока!